Главная мотивация черепахчаток в этих играх была понятна – порадовать своих преданных болельщиков красивым волейболом. И это у черепахских девушек получилось. Сначала они уверенно в трех партиях разобрались с «Уралочкой-2» УРГЭУ, которая в итоге займет второе место. Затем также в трех сетах был обыгран курский ЮСГУ «Атом». Самая праздничная атмосфера на арене, конечно, была в заключительный день. Последний соперник – «Сахалин», команда, которая смогла в сезоне на первом этапе дважды обыграть «Северянку». Естественно, это обстоятельство резко добавило принципиальности очередной встречи. Игра получилась захватывающей, но черепахчанки сильнее. 3-1 и празднуют пятое чемпионство. В начале сезона мы настраивались на победу. У нас были установки, скажем, от руководства, от тренерского штаба. В сентябре месяце у нас, конечно, мы немножко выпали на 2 недели из-за карантина, но восстановились и завоевали золото. Мы не могли людей подвести. Нельзя подводить людей, которые вот так относятся к тебе. Мы для них играем. А дальше была самая приятная церемония награждения чемпионок золотыми медалями и кубком. Квадратный, если честно, первый раз в жизни, в основном всегда обычный круглый. Ну, очень необычный дизайн в этом году. Так что мне нравится. Особенно то, что она золотая. А были еще и подарки. Генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильденберг от имени компании «Фосагро» торжественно вручил команде ключи от нового микроавтобуса, денежный сертификат и приветственный адрес от генерального директора «Фосагро» Андрея Гурьева. Наше сотрудничество – это не только, наверное, какой-то вопрос материальной поддержки, это, безусловно, результат такого большого единения спортивного коллектива и производственного. Девчонки посещают наше производство, знакомятся с тем, как работают в круглосуточном режиме люди, как производится индустриальная продукция. Наши работники, члены их семей, горожане посещают волейбольные матчи. Мы живем одной такой спортивной индустриальной семьей. Присоединиться ко всем тем теплым словам, которые сказаны в адрес компании «Фосагро». Компания в этом году исполняется 20 лет. Много лет мы вместе. Вместе с компанией мы достигаем очень высоких результатов. И уже партнерство переросло в дружбу. На этом сезон для главной черепахской волейбольной команды завершен. Уже все мысли о следующем чемпионате. Подготовка начинается сразу, иначе взятую высоту не удержать. Владимир Сентябрев, Александр Беспалов, новости.